Приветствую вас. Смотрите. С вами, собственно, ВСБ. И при ВСБ назначается, как мне видится, соответствующая терапия. Вот. Медикаментозная история. В обязательном порядке, то есть вам нужны медицинские препараты, да, вот, и вам нужна психотерапия для повышения вашей эмоциональной устойчивости, психоэмоциональной устойчивости, которая сейчас у вас на нуле, вот. Практически. Вот это работа с личными границами, это работа с ответственностью, это личностный рост. Вот, это как бы работа со страхами, возможно, но я не уверен в этом. Вот. То есть это, примерно, в таком примерно ключе. Движение вам, в таком ключе примерно вам нужно двигаться, если вы хотите разобраться с этим, вот. А так, на мой взгляд, немного странный вопрос, потому что вы говорите, что со мной, и при этом вы говорите, что вам поставили диагноз ВСД. Вот вам ВСД поставили, вот с вами ВСД как раз. И как бы, что еще? Что еще вам нужно? Вот, не очень понятно, просто, вот, то есть, что вас, образно говоря, не устраивает, вот в этом диагнозе, да, своем и так далее, что вам, условно говоря, непонятно в этом диагнозе. Может быть, вы не хотите его признавать, да, может быть, вы не хотите его признавать, но опять же, если вы не хотите признавать свой диагноз, то, по сути, роли это никакой не играет. Как бы вам неприятно это было бы сыновать, да, но абсолютно никакой роли это не играет. Вот так примерно можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Так мне это видится. По крайней мере. То есть это вот психотерапия, да? Теперь давайте немножечко более конкретно перейдем непосредственно к проблемам. В последнее время я плохо себя чувствую, после ссоры с бывшей подругой, я сплю, мне снятся кошмары, давление скачет, отдыхаюсь на всего 24. Так, во-первых, где здесь запятая, да, то есть вы говорите, что в последнее время чувствуете себя плохо, а из-за чего вы чувствуете себя плохо?
как раз таки. Вы говорите, в последнее время. Что случилось? Какое-то время назад, что случилось. Дальше вы говорите, ссора с подругой, значит, после ссоры с подругой я стал чувствовать себя вот, плохо, стал спать плохо, точнее. Как вас эта ситуация задела, опять же, то есть, чем вас задела эта ситуация с, с подругой, да, и это она вас задела, вот, это нужно тоже по... исследовать, на мой взгляд, по крайней мере, вот, ну, по кошмарам, которые вам снятся здесь все достаточно понятно, да? Ну, как бы, отражение идет, да, того, что вы переживаете в вашем, подсознании. Вот. То есть тут, как бы, в целом нет ничего такого аномального, опять же. Вот. Другой момент в том, что вы это не проживаете. Практически. Вот. Никак. Ну, нужно постараться, это прожить. Вот. И все, сложности с этим не будет тогда, для вас, по крайней мере. Вот. Другой вопрос, опять же, хотите ли вы это делать, хотите ли вы проживать это? Потому как если хотите, да, если вы хотите, то с этим можно и нужно работать. Вот, иначе все останется так, как, как было, по большому счету. Вот. Вы говорите о том, что у вас безденежье, и что, есть, проблемы. К этому вы тоже там условно говоря как-то относитесь определенным образом, тоже вероятно негативно, да. Вот, это, также необходимо поисследовать. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам
сказать, опираясь на то, что вы написали. Вот. А, такая история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Вот я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.